Сбербанк вышел на рекордно низкие ставки по ипотеке. Сейчас она колеблется в районе 11%. Об этом на встрече с президентом заявил глава кредитной организации Герман Греф. За всю историю Сбербанка это самый удачный год. Мы заработали по российским стандартам 517 миллиардов чистой прибыли. Наш самый лучший показатель до этого был в 2013 году, до кризисном, 360 миллиардов. И, в общем, для такого непростого года мы считаем, что это очень неплохой результат. Также Греф рассказал президенту об успешном внедрении интернет-сервисов Сбербанка, которые должны максимально упростить выдачу кредитов малому бизнесу. Еще одно нововведение – оформление права собственности без обращения в Росреестр. Теперь это можно сделать через Сбербанк в режиме онлайн.